Этот университет в городе Днепро является крупнейшим и старейшим университетом Украины, который известен не только в этом государстве, но и во многих зарубежных странах. Университет был образован в 1899 году. В СССР этот вуз назывался Днепропетровский горный институт имени Артема, а с получением Украиной независимости Национальный горный университет. В 2018 году он был переименован в Национальный технический университет Днепровская политехника. После Петербургского горного института это было второе высшее горное учебное заведение Российской империи. По оценке ЮНЕСКО, он в тройке ведущих технических университетов государства. В 10 его корпусах обучается свыше 10 тысяч студентов, в том числе из многих стран мира. Здесь работали многие выдающиеся ученые. Учились многие министры и даже два премьер-министра Украины. Автор этого фильма в 50-е годы был студентом данного университета, а затем полвека здесь работал ассистентом, доцентом, завкафедрой, профессором. Вернемся в 50-е годы в Горный институт, как тогда назывался этот вуз, и в город Днепр, тогда Днепропетровск.